Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Парк Юрского периода. Ну-ка, давай заберем свои награды, которые успели уже хапнуть. Так, собрать еды, использовать ускорение, собрать моды и покормить 4 динозавров. Так, что у нас тут вылупилось? Так, это готово. Давай, иди сюда, помещаем. Прокачиваем по-быренькому. Замечательно. Так, пускай он там пока хавает. Что у нас еще там? Так, давай монеты соберем. Здесь. Здесь и вот тут. Что у нас тут еще созрело? Ага, Лимносцелис. Тоже забираю, ребят, решил его тоже прокачать. Угу. Зачем он мне нужен был, объясни ко мне на милость, я не понимаю. Включить за 100 баксов? А кто у меня там сидит? Ну-ка, иди сюда. Так, эволюция произошла. Давай глянем результат. Ага. Понял. Не судьба, значит, пускай дальше проходит эволюция. А нам нужно с тобой покормить 4 динозавров, да? Раз. Два. Так, опять у нас с тобой код 19. Все, да? Выполнили. Забираем награду. Так, использовать 3 разных динозавра. Собрать моды. Ну, моды быстренько сейчас сделаем с тобой. Давай, Чарли, что ты нам там подкинешь. И это у нас шипы. Когда существо атакует, оно наносит в ответ 50% урона. Довольно неплохо, я считаю. Забираем. Так, собрать еды. Еда у нас отдыхает, как я посмотрю. Да ё-моё, кот, ты достал своей тревожной музыкой с этой. Тут один день, один час, и у нас с вами... черепаха легендарная появится. Ну что у нас там по схваткам? Давай посмотрим. События. Супер редкие, травоядные. Минимум модов 1. И сразиться за главный приз. Ну что, давай, наверное, атаку редких попробуем поиграть. Битва. Велоцираптор мод 2. Велоцираптор и скалозавр. Ну что же, я тогда возьму, наверное... Пастозуха. Капразуха тогда возьмем. И нужен один хищник. Раджазавра. Поехали. Я думаю, что мы должны, в принципе, здесь справиться. Так, пастозух сейчас, в принципе, порвет, наверное, я так понимаю, да? Этого велоцираптора. На один зубок он ему. Так, следующий щегол вышел. Ну, ребят, ему ничего не светит. 54 атаки против меня — это бесполезняк. Ну и мы его не ушатаем. Поэтому давай сделаем так. У него остается там 2 хпшечки всего лишь. Сменил динозавра. Выбрал скалозавра. Вопрос, зачем он это сделал? Ему же кранты. Иди отсюда. Так, и мы возвращаемся с тобой к велоцираптору, у которого 2 единички здоровья всего лишь. Так, ну что, капразух, давай порвем его. Все, велоцираптор, отдыхай. Ну, это была только первая победа, а нам нужно с тобой 3 раза победить, и после этого только нам дадут возможность открыть пак. Не расслабляемся, опять. Опять код 19, ну что ты будешь делать, а? Сейчас, ребята, пойдемте глянем, что там у нас. Играть. Рамфуринг, что ли, сбежать тут решил? Мимо, блин, поспешил немножко. Так, раунд 4.
Посмотри, как у него зубы торчат. Жесть какая-то. Раз, два, три. Ну, тут хорошо все, потрясающе. Ну, и последняя, да, наверное? Раз, два, три. Ну, все, поймали? Да, идеальная поимка. 220 опыта. 39 уровень. Когда же мы с тобой 40-й-то получим, а? Когда это случится, скажи-ка мне на милость. Давай с тобой монеты, наверное, здесь везде соберем. Деньги лишние не будут. Они везде нам пригодятся. Тем более, сам видел, за одно какое-то событие по 200 тысяч дерут. 200 тысяч долларов, да? Так, здесь тоже забираем. Тут у нас целый торговый центр. Фармится бабло. Так, здесь заберем, здесь. И здесь. Вроде бы как все. Так, ну что, мы продолжаем с тобой события. Битва. Раджазавр, суперзавр и капразух. А здесь мы с тобой возьмем, наверное, капразух, да? Так, берем капразуха. Сюда мы возьмем велоцираптора, а сюда аэротитан. Или, да, пускай будет аэротитан. Я думаю, он справится с этим капазухом. Так, ну что, раджазавр, как нам сделать? Я, наверное, возьму бонус. Что будет делать Раджа... Меняет динозавра. Окей. Он сменил, да? Я, наверное, сделаю вот так и вот так. Один бонус... Ой, два бонуса и одну защиту. Ага. Вот ты, значит, что делаешь, да? Блин, аэротитан. Если мы его возьмем, то мы сможем, скорее всего, ее наказать, да? Раз, два, три. Попробуем. Да, ему крышка, капазуху. А вот то, что у него выходит здесь суперзавр, это, конечно, не есть хорошо. Им нужно будет две атаки потратить. Три остается у него. Но у нас велоцираптор будет. Он две, да? Забомбил сейчас. Две. Три остается у него. Ну что, я рискну. Адьюс. Так, ну и выходит раджазавр, у которого 104 к атаке. 6. Опачки. Так, и 3 он оставляет на потом. Три он оставляет на потом. А нам нужно... Блин, нам дофига нужно. А чё я переживаю-то? Поехали. Все, крышка ему. Со своей ничтожной атакой он в любом случае меня не смог бы победить. А так мы его разорвали. Так что... Двигаемся на третий поединок. Опять у нас тут код 19 загорелся. Кто на этот раз не сидит на месте? Покажите мне. Диплодок. Угу. Ну что ты икаешь? Что ж тебе не сидится-то, а? Диплодок, вот объясни мне. Что тебе все не нравится? Замечательно. Ну что, я так понимаю, у нас, наверное, будет идеальная поимка. Он даже не сопротивляется. Чего ему не понравилось? Не знаю, ребят. Все условия. Живи, как говорится, да? Живи, цвети и пахни. Нет, захотелось ему сбежать. Ладно, 220 опыта. Все-таки опыт лишним не будет. Ну, а мы с тобой продолжаем бомбить события. Давай смотреть, кто у нас тут.
Чезянгоптер, Капразух и Кацкалькуаты. Ну, здесь понятно, берем стегозавра. Вот против этого кого нам взять? Наверное, возьмем вот так. И против летучика опять же нам надо будет взять, ну, возьмем скалозавра. Я думаю, это вообще идеальный будет, как говорится, поединок. 65 к атаке против моего стегозавра. Нет, браток, у тебя, наверное, шансов здесь на победу не будет. Менять нет смысла ему, да? На... Ты гляди-ка, поменял. Зачем? Ума не приложу. Плюс еще и атаку сделал. Так, сколько ты у нас бомбишь? 123. Меняем, ребят. Меняем и берем в бонус все. Угу. Испугался. Блин, ты посмотри, неужели две атаки будет? А, нет, одну. Зачем он так сделал, я, честно говоря, не особо понимаю. Он одну атаку влепил. Сколько нам нужно? Раз, два, три. Я сделаю вот таким вот образом. Пшел отсюда. Так, вылазит Капразух у него, который имеет 73 атаки. Что он здесь может сделать? Да ничего. Но он все-таки влупляет. И это большущая и огромная его ошибка. Этого будет с головой нам достаточно, да? Да, да, нам этого будет предостаточно. Вот и все, вот и пока. И выходит у нас Кецалькоатль. Ну, пробивает, пробивает. Ну, дальше мы его просто уничтожаем. А, нет, 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 ребят, не уничтожаем мы его, не шиша. Ну, хорошо, бомбанем. А, нет, все-таки подбили. Все-таки подбили. Ну что же, мы заработали с тобой сундук. Точнее, не сундук, а пак. Или рулетку, что там у нас будет. Крутить, вертеть. Одним словом, получать. Рулетка все-таки, да? И кто же нам здесь достанется? Да ладно. Вот это новости. Так, еда и раджазавр. Супер редкий. Так, тут смотри-ка, можем метриоринха, вот у меня нет его. Там еще дофига, по-моему, кого у меня нету. Ну, раджазавр тоже неплохо, потому что он у меня всего лишь один. А так мы его сможем теперь скрестить. Так, используйте разных, используйте ускорение. Где же я использую эти ускорения, скажи-ка мне на милость. А где у меня раджазавр? Вот он? Нет, это тирано-титан. Блин, я не помню, но он где-то здесь был у меня. Диплотатор. Надо его прокачивать. Так, что у нас тут еще с тобой светится? А, так мы можем отсюда как раз его и взять. Раджазавр, да? Место у нас там есть? Под него. Есть. Можем еще что-нибудь сюда заказать. Только вот что. Погоди-ка секунду, я же вроде бы что-то хотел еще. Сейчас определимся. Можно лангозавра скрестить. А почему бы и нет? Давай лангозавра тоже будем прокачивать, наверное. Или... Блин, жалко, не могу этого поставить на эволюцию. Занято. А с кем я его хотел скрестить? Ну-ка посмотрим. Гибрид идет... Ага, коллаборинг. Коллаборинг. Значит, эволюцию. Это будет только 20. Ага, коллаборинга-то у меня нету, друзья мои. Его можно только лишь найти. Ай-яй-яй. Это плохо.
Это очень плохо. О, иди, успокой там его. Достал он там уже. Что у нас тут? 5 динозавров всего лишь 40 уровня. Стегоцефал. Интересно, а можно где-то надыбать? Тоже нельзя. Ирригатор. Так, нундазух, нундазух. Ну, давай тогда лонгозавра, что ли, активируем. Пускай он выводится потихоньку. И кого-то еще. Кого еще будем выводить? Тодзи? Нет, Тодзи не хочу. Пирораптора. Топежар у нас прокачанный. Афиакадон. Суперзавр. Велоцираптор. Так, а вот этого-то у меня нету. Вот что, Динотерий. Вот его и будем выводить. 11 часов. Это типа, ну да, маленький слоник, скажем так. Ну что, давай смотреть, что у нас еще тут есть в событиях. Так, 2. Опасные травоядные. Минимум один мод. Ага, только травоядные против травоядных, да? Окей. Давай анкилозавра возьмем, диплодога и... и аргентинозавра, наверное, да? Так, или... ну да, пускай будет так. Что там у него? Я не знаю, ребята, что... вот это что такое? Ночной кошмар. Да подожди, ты можешь прочитать-то мне? Снижает показатель атаки всех вражеских существ на 45%. Так, уберем. Понижай, значит, да, будет он мне. А это что у нас? Когда существо атакует, оно наносит в ответ 50% урона. Слушай-ка, подожди-ка, у нас есть перехватить мод? Заменяет моды вашей команды. Вот это вот и надо мне сделать. Так, дальше, что у нас там? Копирует показатели атаки и здоровья противника. Забираем. Инстинкт убийцы. Дает одну очку действия за каждое павшее вражеское существо в начале следующего хода. Ну что, друзья мои, попробуем. С модами я еще ни разу не дрался. Именно в свободном действии, в свободном полете. Так что хочу посмотреть, как это все будет делать. Хоп, подражание. Нормуль. Несокрушимость. Воу. Вот это мы поменяли, друзья. Зашибись. Так, подожди, а он-то чуть... Стоп. А что происходит-то? Почему все обратно вернулось? Так, значит... возьму бонус. Возьму я бонус тут. Шунозавр. Смотри, не побрезговал все-таки две атаки нанести, а? Сколько у нас выйдет, если мы с тобой сейчас... я, наверное, сделаю вот так, так и вот так. На всякий случай. Ага, балбес. Пора избавляться от него, да? Блин, а вот это 31 уровня, офигеть. Сколько ему нужно? 430. Самый мощный это анкилозавр у меня бомбит. Раз, два, три, четыре. Ну, только так мы его сможем подбить. Да, ну дальше-то у него выходит редкий. 83 атаки. Все, что ли, будет вкладывать? Все, ребята, все сливает, прикинь. Так, выходит наш бравый чувачок. 474 к атаке нам нужно ему нанести. Хватит, я там не посмотрел. Должно хватить, по идее, да? Есть. Так, кто это у тебя тут? Шунозавр. Ого. Ого. Он сейчас все будет сливать. Нет, 3. И этого ему хватило, как ни странно.
Да, друзья. Давай вот так вот попробуем. Одну защиту взял. Остальное все в бонусы влил. Ё-моё. А нет. Нет, 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 нет. Друзья мои, есть, есть шанс его сейчас уничтожить. Да? 65, 65, 120. Нету, по-моему, никаких шансов у нас. Или все-таки есть? Есть. Пич. Пробили мы его. Круто. Что могу сказать? Победа. Не зря я его прокачал до 40 уровня. Подсобил мне все-таки маленечко. Ну что там опять-то, господи, ну... О, ну иди разберись. Так, у нас опять травоядные. Ого, это кто такой? Снижает показатель атаки противника на 15%. Даже если атака вашего существа заблокирована, она наносит 40% урона. А это что? Отключает мод вражеского существа. Да вы достали, а? Так, берем этого. Хм. А дальше там никого поставить? Не слишком ли круто вы тут обустроились, а? Ребятушки. Так, вот это у нас, да, заменяет моду вашей команды. Да, вот это вот, мы с тобой возьмем вот так вот, этот мод. А себе напихаем какого-нибудь фуфла. Да этот начислен, так, это понятно. Клон. Копирует показатели атаки и здоровья противника. Атаки и здоровья противника. Так, может быть, нам... Может быть, нам с тобой сделать вот так вот проще? Как ты думаешь? Здесь мы возьмем... Копируют показатели атаки и здоровья противника. Если я поставлю этот, у меня будет слабеньким тогда получается, да? Вот хитро тут придумано, а? А это что, превосходство? Увеличит бонус к показателю атаки за преимущество класса плюс... Оу. Давай вот это возьмем. Дальше. Дальше вот это что за токсин у нас? Наносит 50% урона от атаки всем противникам в конце. Ага. Возьмем токсинчик с тобой. И возьмем. Копируют показатели атаки и здоровья противника. А ночной кошмар? Снижает показатель всех. Ага, на 45%. Убери ты вот эту штуку. Зачем она мне нужна? Зачем токсин? Это два мне. Эй! Да ты издеваешься. Вот, вот так вот. Ну что, ребят, поехали. Давай смотреть, что у нас из этого получится. Интересно. Так. Угу, мы атаку им понизили. Он делает отвлечение. Ну что, я делаю бонус. И что же ты там хочешь сделать-то такого, а? Давай посмотрим. Атакует все-таки, да? Это твоя роковая ошибка, парнишка. Ты в курсе, нет? 415 хп. Этого будет за глаза и за уши. На-ка. Так, следующий. Насутоцератопс. Вот он.
Такой деловой вышел, думает, сейчас я его порву. Пронзающий укус. Ну да, да. А теперь смотри, парнишка, что я сделаю с тобой сейчас. Раз, два, три. За глаза и за уши. Да, немножко обделался. Ну, ничего страшного. Ничего страшного. Он все равно нам ничего не сделает. Не получится у тебя пробить. Точнее, не пробить, даже уничтожить. Но он все слил, поэтому ему надо сделать один удар. И вот так вот. Тыч. Так, а это уже, ребята, паразавр. Что он там делает? Что это у него? Прочитать. Ну все, влупляем по полной программе. Все сливаем в атаку. И ему крышка, нет? Или крышка, да, крышка. Изи. На одном травоядном динозавре, ребята, выиграли эту каточку. Я считаю, что это неплохо. Жалко, у нас с тобой нету бакинских, чтобы сделать откатик. Потому что у меня здесь не хватает. А что вообще тут за награда? Ну вот смотри, кого бы я хотел бы получить. Ну, наверное, скалозавра. Или аэротитана бы неплохо было бы. Или капразуха. Ну вот смотри, у нас с тобой остается вот так и вот так. Ого. Что же это у тебя? Снижает показатель атаки всех существ. Ага, на 10%. Повышает показатель атаки всей команды на 10%. Отключает мод вражеского существа. Понял, что он делает? Просто берет и отключает мод вражеского существа. Хорошо, мы тогда сделаем с тобой следующим образом. Что такое воровство? Крадет мод противника, действует один раз. Заряд адреналина. Дает 1 очко действия за каждое павшее существо в команде. Так, превосходство. Увеличивает бонус к показателю атаки за преимущество класса с 50. Ну, давай, наверное, возьмем это. Так, дальше. Переливание. Восстанавливает вашему союзнику УЗ в размере 50% от нанесенного им урона. Это, конечно, хорошо, но он же мне будет понижать. Да чтоб тебе, это я уже прочитал. Пронзающий укус. 40% это будет ему пробиваться через броню. Единство. Повышает показатель атаки всей команды на 10%. Вот это вот я возьму. Он уже заберет там, заберет. И снижает показатель всех атаки. Короче, мы уравняем шансы. То, что он у нас отнимет, то отнимем и мы у него. Понимаешь, да? То есть его показатели сработают, и наши тоже. Вот, устрашение, в общем, все это. Угу. Ну что, поехали. Так, у нас тут атака получается меньше намного, поэтому я беру. Ты посмотри, какой он ужасный, ёк-макарёк. Выглядит-то мерзко просто. Он ничего не стал делать, абсолютно, поэтому сделаем дальше. 2 защиты взял, ха-ха-ха. Ну пробьет, да, ударчик один пройдет, тут ничего не скажешь. Так, он потратил все, да, по-моему? Раз, два, три. Ой-ой-ой-ой, перебор, перебор. Ладно, фиг с ним. Иди отсюда, хлыщ. Так, что у нас там? Суперзавр. У него атака 145 идет. 3. Он ничего не стал делать. Что же ты? Я сомневаюсь, что он все в защиту влепил. Погнали. Ай-яй-яй. Блин, 14 хп какие-то осталось, ё-моё. Неужели сейчас вмажет на 5-ку?
Угу, вмажет, ребята. Это плохо. Твою налево. У этого атака там, наверное, офигенная какая. Ну что, добиваем этого хлыща. Суперзавра. И появляется у нас тут брахиозавр. 167 к атаке. Как тебе такой расклад? Вмешать. О, он отменяет мод. Он отменяет мод. Ребята, мне крышка. Хотя, подожди. Вот что он сейчас сделал? А вот, вот как ты думаешь? Сколько ты у меня бомбишь по нему? 65 всего лишь. 4. В общем, ребята, я рискую. Я рискую. Плохо, конечно, но... Сейчас влупит. Смотри. 6. Сколько ему нужно по мне дать? 3 атаки, да, сделать? И 3 у него остается. То есть я его все равно пробью. 3 он, даже если поставил себе в защиту, у нас все равно получается 4. Все. Ему не поможет его защита. Пока, брахиозавр. Как-то так. Видишь, как у меня хоть танцует как. Замечательно. И еще бы не танцевал. Выиграть такого легендарного динозавра. Любой бы затанцевал на моем бы месте. И на его тоже. Ну, а мы с тобой открываем спокойненько пак. И что нам тут? Так, станция связи. О, стега. Это, кстати, хорошо, что стега. Ну и очки доверия. Так, подожди, когда я посмотрю, мы выполнили с тобой задание, что ли? Опа. И здесь тоже забираем. Так, погладьте животных 10 раз. Кстати, у нас с тобой диплодок, оказывается. А он вообще есть у нас? Есть. Блин. Надо будет диплодока выводить, ребята. Он 30 уровня. До 40-го мы уж догоним, я думаю, его. Так, что у нас еще есть? Что это такое? Главная награда лиги. Ить. Дрожь земли. Ну, на випку меня не пустят, потому что мне нужно вступать в вип. У меня закончилось, ребята. Так что только события остаются. Давай посмотрим, кто здесь и что здесь. Так. А, это самое начало, да, первая лига. Поэтому здесь все будет изично. И мы с тобой возьмем. Особо заморачиваться не будем, да? Возьмем аэротитанчика, пирозавра и, например, лимносцелиса. Твою налево, блин. А тут у нас за баксы все, друзья мои. Принимать участие-то надо за доллары. А долларов, ты сам видишь, у меня очень-очень мало. Ну вот, вполне годные дали мне дракончики. Так, ну что, здесь мы с тобой... А что мы здесь с тобой? Заменочку сделаем, наверное, да? Тодзи, ты будешь меняться? Он, наверное, на лимносцелиса поменяется, скорее всего. Ну, я бы поменялся бы лично. Но у меня-то редкий. Подожди, какой? Это же пирораптор. Что-то я велоцираптор с пирораптором попутал. Ну что, сделаем две атаки. Защитку поставил все-таки, да? Сикнул малька лимносцелис. Но это все равно ему не поможет. Не поможет. Ну, сделает он две атаки. Ну, отнимет он у меня 50 максимум. 52 там урона. Ну, а мы его порвем, понимаешь? Мы его порвем. Сейчас выйдет Тодзи со своими двумя очками. Ну, 4 атаки у него будет. Ну, и что? При 10 атаках, ну, 40 очков отнимешь. Ну, 60 максимум. Что ты можешь из себя выдавить? Не-не-не, Тодзи, иди отсюда. Иди погуляй лучше. Одну атаку. Ну, и все. Все на этом. Ты спекся, парнишка. Нафиг я столько много атакую? Ставлю-то, блин.
Ну и кто там у тебя? Колобаринг улетает. Да. Что ты там со своими 16 атаками сделаешь? Ничего. Ну все, прокукарекал и лети дальше. Ох, по максималке решил вжарить. Ты смотри-ка, половину здоровья отнял. На ответку. Тыч, 190. Все, спатеньки. Блин, а как нам дальше играть? У меня бакинских нету. За рекламу, в принципе, можно. Ну да, придется смотреть рекламу. Других вариантов у нас нету. Хотя, может быть, нам доллары выпадут тогда. Тогда все будет хорошо. Так, мы из детеныша перебираемся в добычу. Лучшие 50%. Открыли колесо удачи. Так, и смотрим. Что нам выпадет здесь? А выпадает нам еда. Живая и мертвая. Спасибо вам огромное. Мы, естественно, с тобой двигаемся дальше. Схватка. Тут, я думаю, до сих пор будет что-нибудь такое легенькое, поэтому ну, возьмем, наверное, пастазуха с тобой. Нет, даже мы возьмем с тобой нундазуха. Даже еще сделаем круче. Кулазуха, афиакадуна и, наверное, возьмем а вот так. Денег нет, так что за рекламу. Ну давай смотреть, кто нам достанется. Ага, пирораптор, астафрикозавр и там еще куда. Окей. Ну что, тут мы, наверное, сделаем ударчик такой легенький. Опа. А у него-то, оказывается, есть лего. Ай-яй-яй. Нам нужно кулазуха с тобой приберечь. У него все хищники. Все три хищника. Две атаки делает. Так, ну что, пробиваем и берем бонус. Так, это кто? Астафрикозавр. 70 к атаке имеет. Окей. Ходить не собирается, я так понимаю, да? Все сливает в бонусы. Нет, смотри-ка, один разок все-таки решил звездануть. Значит так, он взял либо одну в защиту, либо один в блок. Я сделаю ее вот так. Отлично. Ну, теперь смотрим, что там у него за лего. А, Дилофазавр мод 2. Ну, это, друзья мои, насколько я могу понимать, донатный чувачок. Потому что моды 2 я смотрю только за бабло. Оу, ну извини, сорян, бро. Мочим, ребят, по полной. Ах, или хватит? Хватит, конечно. Мод 2. И ведь прокачивать вообще не стал. Его оставил на одном, ну, на первом уровне. Вот так вот. Так, ну что, куда мы с тобой перелетим? Да никуда, тут ковыряться будем пока. Крутим. И что нам выпадет? Давай доллары. Да какие там доллары? 20 долларов, губишки закатал. Так, ну что, мы до сих пор с тобой в низшей лиге, поэтому слишком сильно шиковать не будем. Возьмем с тобой, наверное, нундазуха. Возьмем нундазуха, возьмем гуань-лунь. И тропиогната, что ли, взять? Давай возьмем тропиогната. Вот так вот втроем пойдем. Ну и кто там тут достается? Ёк-макарёк, блин. Как неудачно-то у меня. Ну да зух попал, а. Ой, как неудачно. Надо менять его срочно. Давай вот так вот сделаем.
Так, что он? Наверное, будет атаковать, я так понимаю. По полной программе мне прописывать. Скорее всего, да? Да? Ну что, посмотрим, сколько Гуандунь наносит ему. 80. 80. Давай сделаем так. Давай сделаем так. Что он будет делать? Атаковать? Или в бонусы? Ага. Одну атаку. Один в атаку, второй он воткнул в бонус. 100%, я говорю. А нам нужно хорошенько такого мочкануть. Ну что, это кто у нас там? Пила, как там его? А, Унайзавр. Ну тут можно не волноваться, он нас не уничтожит. Вот кого надо бояться. Меняет. Так, 264. Давай все солью, так уж и быть. Готов. Ну что, выходит у нас вот это, да? 5. Ему нужно все слить, чтобы меня здесь победить. Абсолютно все. Или 4 атаки достаточно? Да, 4, наверное. Так он и делает. Ну что, ну да зух, вся надежда на тебя. Погнали. Должна, в принципе, крышка ему. Все, ребят, выиграли. Не подвел, красавчик, не подвел. Малорик, одобряемс. Так, ну а мы с тобой должны, по идее, в принципе, перейти на следующую лигу. А то мы уже тут закопошились с тобой. Ага. Выжившие мы теперь. Звездочки пока еще никакой нету. Крутим колесо удачи. Итак. Давай. Да чтоб тебе, ну. Шелупень всякую дают. Ну что, ребята, мы поднялись с тобой на выжившие. Опять же, здесь еще пока не совсем трэш. Но ребятушки уже довольно серьезные. Довольно серьезные. Давай вот так вот сделаем. Ну и кого нам тут подсунут? Аэротитан, Стегоцефал и Велоцираптор. В принципе, ребят, я больше чем уверен, что здесь победа будет за нами. Давай атаку сделаем с тобой. Оставляем ему 46 хп. Что он там будет сейчас делать, я не знаю. Но даже если он атакует нас, это ничего не дает этой барышне. Но он меняет. Берет велоцираптора. Удивительно. Удивительно. Давай влупим. А, вот он что сделал. Взял все-таки одну защиту. Одну защиту и один бонус. Да? А, он же менялся. Так что все, я понял. Он менялся, у него очков нету. Ну что, две атаки нанесет. Максимум 250. Там уже мы его добьем. Что, неужели две защиты взял? Да ну, быть такого не может. Проверим. Хм, потерял велоцираптор он. И выходит у нас Стегоцефал. Ты прекрасно сам видишь, какая у него атака. 39 против моей 400. Только если менять. Меняет на аэротитана, много не выигрывает. Ну что, влупляем тогда по полной программе. Что тут мелочиться? Так, два бонусных очка он передает аэротитану. Ну, аэротитан меня здесь, конечно, победит. Сколько ему нужно влупить? 4 атаки. Ну, а наш
как тебя, пастозух? Да, пастозух ушатывает его, все. Вопрос исчерпан. Отлично. Так, ну что, мы с тобой перейдем? Наверное, вряд ли в следующую лигу мы не попадем. Ну, приблизимся, скорее всего. Это выжившие, потом идут кто? Охотники. Ваш счет 67. Крутим. Да, друзья мои, вот так вот на рулетке взяла просто и зависла. Очень мне это нравится. Но смотри, что мы с тобой получили зато. $50. Свежие новости. Кто поймает ловца? Без понятия, кто его поймает. Просто без понятия. Так, здесь у нас награды. Забираем. Открыть. Опа, еще $35. И таинственные пещеры. Что-то новенькое мы получили. Дальше забираем. Так, по сражению. Это... И вот это. Купите билеты на розыгрыш призов. Ну, это можно просто, ребята, посмотреть рекламу. В принципе, все. А тут-то что еще? Ага. Здесь и здесь. Окей. Так, ну мы с тобой еще не закончили, да? С аренкой. Так, кстати, давай-ка разместим то, что можем бесплатно пока. Поставим сюда. И таинственная пещера. 7%. Ребят, дает 7% к прибавке. Это лучше ставить, где у нас наш коммерческий. Да, сюда никак не получится. А здесь слишком невыгодно. Ладно, пойдем тогда здесь. Ну-ка. Сюда что? Да ну. Чтоб тебя, блин. Там ставить вообще не резон. Там по минималке идет. Так же, как и здесь. 40, 30. Во. Нашел лазейку, ребят. Так, ну что, мы продолжаем с тобой событие. За главный приз. Схватка. Так, мы уже тут отыграли львиную долю, да, с тобой? Так, возьмем Диплотатора. Ютирануса. Ютирануса, Диплотатора. Кого еще тут можно взять? Ну, да переместись ты, господи. Ну, давай возьмем, наверное, Эдиоморфодона. Вот так вот, погнали. Посмотрим, кто тут против нас будет выходить. Ну что так долго ищете-то? Ох, ох, ох. Так, Тирана-Титан идет первым. Ну, с ним мы разберемся. Причем довольно легко. Просто с одного удара его вынесем. Так. Ага. Пахицератопс. Я тоже не вижу в нем ничего, ребята, страшного, угрожающего. Поменяем сейчас, наверное, на нашего Юра Титаниса, да, этого. Чик. И вот так вот сделаем. Против хищника, ребята, он не будет осмеливаться выводить своих травоядных. Ты сам понимаешь, почему. Мой ход. Что, влупляем? Что? Мой ход. Бумс. Так, и... Каритозавр. Вообще без шансов у него здесь. Просто без шансов, ребят. Ну что, он защиту все поставил, что ли? Нет, тогда пока. Довольно легко.
Победа, да-да, победа. Так, ну что, посмотрим, что нам на этот раз дадут. Опять какую-нибудь еду или монетку. Так, мой счет 124. Как я медленно продвигаюсь. Ну-ка. Да чтоб тебе, блин. Там столько всяких наград. Тебе дают фуфляндию какую-то. А почему он, интересно, остался? Я же его отыграл. А, я вот этого деплотатора отыграл. Все, понял. Так, ну что, берем мы этого. Возьмем сфинакодона и... Бесплатно. Кто тут у нас бесплатный? Ну, пускай будет велоцираптор. Че, погнали. Хочется глянуть, кто на этот раз против нас будет выступать. Опачки. Дилофазавр мод 2. Вот это плохо. Ну, здесь понятно, здесь сразу выносим этого тирана Титана. Но мне нужно диплотатора оставить для вот этого. Здесь мы возьмем с тобой кого? Да можно велоцираптора взять. Спросишь, зачем? А я тебе объясню. Есть такая штука, называется хитрый ход. Мы с тобой сейчас будем выбирать его как жертву и за счет него набирать очки действий. Понимаешь? Очки действий мы будем... Вот, видишь, он меняет. У нас все равно... Ага, он сменил. Теперь смотри, что мы делаем. Вот так вот. Так, у него 5. Он не знает, что у нас. А мы все с тобой сливаем в очки действий. Для чего? Чтобы сейчас просто замочить его. 8. Давай прикинем, есть у него там... Да, в принципе, ему кранты. Понимаешь, да? Вот его очки, которые он сейчас скопил, просто сгорели. Почему? Ну вот смотри. Выходит травоядник. У меня 2 хищника. У него 8 очков. Даже если он сейчас все это сольет, Афиакадон его просто уничтожит. Видишь, 4 он сливает, 4 на защиту ставит, да? Смотри внимательно, что дальше мы делаем. Так, сколько он у нас? О, 271. Поехали. Видишь? 4 поставил в защиту. Сейчас у него ничего нету, только 4 атаки. Пробить сфенокодона со своими 65 атаками ему просто нереально. А теперь смотри, что делаю я. И все. И пиши пропало. На 4300. Вот и все. Тут вот, ребята, кто, как говорится, кого перехитрит. И тут нужно как бы интуитивно догадываться. Так, ну что, сколько у нас там счет? 148. Все равно мало. И что же мне тут выпадет? Вы меня вот закормить, да, решили? Чисто еду подсовывает. Помню, что написано, что я голодный, или что, я не пойму. Ну что, тут остается, ребят, только вот 3 вот этих динозавра, которых мы с тобой, надеюсь, благополучно сегодня отыграем на арене. Слушай, ну когда я был по VIP-подписке, да, мы с тобой... Ох ты, ох ты. Троодон какой-то новый. Какой-то маленький цыпленок. Ну, здесь-то, конечно, здесь надо срочно менять, ребят. Прям срочновски. Так, интересно, он будет менять на своего вот этого шитика? Если будет, то хорошо, мы его, наверное, расплющим. Смотри-ка, ничего не стал делать. Удивительно. Че, влупим? Нет, вот так сделаем. Интересно, будет менять или нет?
Жмется, жмется, все. Не стал ничего делать. Ну, червя-то влупляем тогда, получается, да? Да, влупляем. Сколько там нужно? Ну, здоровье, конечно, дофигище. Но это его не спасает. Афиакамим. Ну давай, попробуй пробить. Я что-то сомневаюсь, что у тебя получится, парень. А у меня получится. А у меня получится тебя пробить, ты в курсе, нет? Раз, два. Три. Возьму три. Пока. Ну что, он взял себе... Ой, какой малыш. 205 к атаке. Ему нужно 3 атаки потратить, 3 оставить на себя, да? Оу, это большая ошибка была. Это, парень, была большая твоя ошибка. Зря ты так. Ой, зря ты так сделал. Ну что, надеюсь, на ночь ты молилась, Дездемонна. Вперед, ястребок. Ну вот и все. Да, вот так вот птеродактиль у нас бомбит. Несмотря на то, что он духленький, он влупляет, будь здоров. Но на следующую арену мы все равно с тобой не попадем. Как бы я не хотел этого. 15 место. Ну давай крутить, смотреть, что оно здесь выпадет. Там баксов столько было. Да ладно. Ух ты, редкие убийцы, друзья мои. И что же нам там... Да чтоб тебе, ну Джингариптор, ну серьезно, что ли? Всегда надеешься что-нибудь такое хорошее, смачное получить, а тебе дают какого-то Джингариптора. Ну что, друзья мои, все, что я мог сделать, отыграл. Потому что випка недоступна, ПВПшка нам уже не нужна, потому что мы получили за это награду. Босс-события не будем проходить. Ждем следующих испытаний. А на этом, друзья мои, все. Всем удачи и до новых скорых видосиков.